Выйти на связь с космонавтами МКС и запустить собственный спутник. В ЮРГУ открылась лаборатория космической связи. Здесь студенты и школьники могут ставить радиолюбительские эксперименты. У нас основная цель вот этой лаборатории – это именно работа с космическими объектами. То есть это и прием информации со спутников, с МКС, и в дальнейшем и передача информации тоже в космос. Планируем запустить спутник. И нам нужна связь с этим спутником, ну, связь двухсторонняя. То есть мы должны уметь управлять этим спутником и получать с него данные. Запустить спутник планируют в 2025 году. Его назовут «Челябинск-290» в честь юбилея города. Уже сейчас лаборатория может сопровождать несколько десятков любительских спутников. Радиолюбители могут наблюдать за космическими аппаратами, собирать антенны и проверять их в работе. В дальнейшем отслеживать по данным со спутников состояние геомагнитного поля Земли, оценивать уровень радиации на планете и получать метеосводку. Мы хотим попробовать изучить озоновый слой с космоса, не с Земли, путем радиоволн. Магнитное поле мы хотим тоже изучать со спутника и хотим вот как раз по этим двум вещам составить карту. Лабораторию оснастили комплектом антенн на два диапазона для того, чтобы получать информацию с метеоспутников и для наблюдения за космическими аппаратами. В группе радиолюбителей смогут заниматься как студенты, так и школьники.